«Реквием по мечтам». Двухсерийный документальный фильм о современной призовой и конно-спортивной индустриях. Лента создана «Продар Медиа» в содружестве с телеканалом «Конный мир» и акционерным обществом «Росипподрома». Первая серия посвящена скачкам и бегам, а вторая – олимпийскому конному спорту и спортивному конозаводству. Мы услышим комментарии ведущих экспертов и авторитетных представителей конного мира России. Кроме того, у нас есть возможность узнать мнение исторических личностей на обсуждаемые темы. Ситуацию в ипподромном деле комментирует его сиятельство граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков. Я надеюсь, что вот этот реквием Моцарта сейчас звучит не по нашим мечтам. О судьбе спортивного конозаводства в России поделится мнением не менее яркий персонаж. Разрешите представить вам Павел Павлович Родзянко, полковник российской и британских армий. Честь имею.